Крутые спуски, резкие повороты, ямы, бугры, торчащие из земли камни – все это препятствия, которые преодолевают любители даунхилла – одного из самых экстремальных и опасных видов велосипедного спорта. Таких на соревнованиях горки «Байк Кап 2015» собралось около сотни. Приехали экстремалы со всей страны. Александр Кизиренко из Крыма – единственный представитель этого региона на соревнованиях. На тренировочных заездах уже успел оценить возможности местных трасс. Трассы очень хорошие здесь, на нормальном уровне, синяя, зеленая. Вот. Все хорошо проведено, организовано, инфраструктура развита тут по вело, вот, движению. Соревнования по даунхиллу на трассах в Красной Поляне проводятся уже второй год подряд. Правда, условия в этом году жестче. Сегодня здесь 5 трасс, включая черную. Комплекс из 5 трасс для скоростного спуска на горных велосипедах разного уровня сложности, начиная от зеленых, которые доступны, в принципе, даже новичкам, заканчивая уникальной черной трассой, которая была открыта в этом году специально для соревнований, которые сегодня у нас начинаются. Кстати, трассы байк-парка помогали проектировать организаторы соревнований, поэтому они получились сложными, но интересными. Учитывался самый передовой опыт. Мы, конечно, смотрели и международный опыт канадских наших коллег, европейских, швейцарских, то есть брали в расчет сложнейшие элементы. Ну и многие участники были не готовы к таким сложностям. То есть те, кто ездит быстро, тем понравилось. Те, кто ездит медленно, конечно, им есть куда чему учиться, куда стремиться. А пока велосипедисты пробуют на себе особенности трасс, организаторы продолжают готовиться к завтрашним стартам. Сегодня организаторы в зоне старта начали конструировать трамплин специально для прыжковой программы соревнований. Спортсмены будут съезжать с самого верха со ступеней, далее проезжать по трамплину, делать в воздухе трюк и приземляться на специальную подушку. Завтра и послезавтра официальные старты. Участники турнира разыграют медали в скоростном спуске, в том числе и массовом, и прыжках на подушку. Ольга Десятова, Демид Даниловский, телекомпания ФКТ.